Оу, амигос, всем хорошего настроения и приятного просмотра. С вами GameKS, а это наши головоломки. Давайте пробовать часы. В прошлый раз мы на этом и остановились. Итак, 9.05. Не, ну давайте с 11 начнем, или нет? Давайте 9.05. 3.55, давайте, это ближе просто. Ой, оно в обратную крутится. Ну ладно, уже все. Так, 3.55. А чё ничего не даёт? Фига, непонятно ничего. 9.05. Почему в обратную сторону? Девять ноль пять тоже нифига не даёт. Ладно. 11.25. Почему ничего не дает? Что-то я не понимаю. У меня есть время, но это ничего не дает. Одиннадцать двадцать пять, все правильно. Я все три время попробовал. Нифига. Может просто расфигашить эти часы? Ну, ничего не понятно. Странные, короче, дела. Зачем я расфигашил окно? Табуретку расфигашить не могу. Что можно туда еще добавить-то? Коктейль с топора. Ладно, фрагменты мы нашли. Но это нам же ничего не даст. Или даст? Может, какая-то подсказка? Нет? Не вижу никакой подсказки. Ну, дня как это прошло.
И что? Чё это означает? Бузня, за которую можно бан получить, да? Бузня, и чё? Единственное, что на часах можно 13:10 выставить. Ой. Квадрат нашли. Допустим. И куда мы можем передвинуться теперь? Выберите воспоминания. Короче, это еще не конец. Теперь мы можем по воспоминаниям по ходу бегать, да? Да. Остается теперь разобраться, только что к чему. Бревно можно в каком-то окне воткнуть. Не помню где. А, не, бревно забрали. А в чем смысл тогда? Вещи остаются только в тех воспоминаниях, походу, в которых ты был. Да, вот оно, бревно. Тогда что делать? Я думаю, можно сквозь воспоминания перетягивать, и тогда... Действительно, что-то там окно, например, не открывается. Что нам дальше делать-то? Непонятно. Если мы не можем через воспоминания на что-то влиять. С одной стороны, понятно, с воспоминаний ты не можешь ничего притянуть. С другой стороны, я же говорю, если мы не можем влиять, тогда в чем прикол? Горячо.
Потухло. Теперь могу взять. Да. Тогда что дальше делать? Тут идей как-то нету больше. Полить мы не можем. Как влиять тогда на прошлое? Точно! Часы. Сейчас у нас какая картина? Там, где девушка, да? Да, часы. Девять ноль пять. Почему не работает тогда? А, 9, блин, махать я даю. Вот же 9. Так, лопата и ключ. Ну, лопата это. Цветочек, и чё? Чё мы с ним сделали? Где он делся? Я не понял, мы его ковырнули, но у нас его нету. Странные дела. Ключ или от птицы, или от вот этого. Угу. Где делся цветок? Почему его нет в инвентаре? Вешалка. Вешалка-то зачем? Не, ну кроме бревна ничего не подставит. Вешалка, лопатка. А если комбинация такая же, как и там? Что вряд ли, да? Такая же комбинация, прикол. Семечко. Прикол прикольный, да? Теперь полить. Кастрюля с водой не льется. Почему? Стакана-то в этой реальности нету. Или уже есть, нету. Только в другой реальности стакан. Из кастрюли не поливает почему-то. Кастрюля с водой. Не поливает. Реально странные дела. И ладно, пошли перейдем, попробуем. Может что-то останется с вещей. Нет, ничего не осталось совсем. Давайте по аналогии
Теперь обычная картина. Время в часах откроем. Так. Обычная картина. 3:55. Да блин, проскочил. Ба, было 55. Блин, что-то я спешу. Гаечный ключ. Кактус. Был раньше кактус? По-моему, ничего тут не было. Может, надо не вещи переносить, а какие-то фрагменты. Вода теперь капает. Кактус растет, вода капает. Что-то это дает нам? Ну, давайте следующий. Кактус растет. Ничего особого вроде. А что там вода? Ладно, что это? Может, подсказка какая-то тут нет? Не, ничего не вижу я такого. Ладно. Пошли к часам. Что-то происходит, но не совсем то, что мы думали. Теперь 11:25. Спички. Спасибо. Мы каждый раз спичкой эту свечку поджигаем, но она ж ничего не дает. Можно еще печку поджечь. Не только свечку. Только толку. Нож? Что с ножом? Может, эти крутилки что-то означать? Понятия не имею. Давайте в последнюю зайдем, посмотрим. Что-то поменялось? Что-то свечи выросло, таблетка. Таблетка у нас здесь нарисована, допустим. Таблетка, гриб. Ну, там же грибы, почему я не мог взять? Там нож у меня есть.
первый фрагмент есть. Куда-то шов вставить надо. Типа в этой машинке где-то. А вот цветок, да, наверное? Да. Под кактуса. Два ингредиента есть. Как-то ж поместить надо или нет? А вот он гриб. Топором. Нет, не надо топором было. Три ингредиента есть. А, может это в миксер надо? А, вода и таблетка, вот что она. Стакан с водой. Куда его вылить? Что теперь делать? Куда вылить воду? Так, на этой великолепной ноте мы заканчиваем. Или просто можно залить в стакан? Нельзя теперь залить в стакан. Как мне освободить стакан? Зашибенно. Зачем я набрал этот стакан? О, пустой стакан. Е-е-е! Так, ладно. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Вам не сложно, мне приятно. Чем больше, тем интереснее, веселее и так далее и тому подобное. Увидимся потом, попозже. Добро-бобро. С вами был GameCase.